Что-то не хочется мне сейчас в руки брать большую камеру. Взял GoPro-шку, соскучился по ней, она маленькая. Хотел вам немножко показать красоты на улице. Как симпатично, фактурное небо. А где моя Volvo? Он стоит. С GoPro-хи-то удобно вот так вот ее высовывать из окна, не страшно. Потому что Canon тяжелый. А что я вообще камеру взял в руки? Я хотел с вами, естественно, поговорить касаемо YouTube. Как вам, друзья? Как ситуация? Все нормально грузится. Кто-то даже смотрит сейчас меня при помощи VPN, кто-то через мобильный трафик. Его пока не трогают, но это вопрос времени. Что хотел сказать? Так, сейчас я уберу носки, возьму кресло и немножко с вами поговорю. Это будет недолго, не переживайте, тем более вы по таймлайну видите, что видосик очень короткий. Во-первых, хотел попросить вас подписаться на телеграм-канал, ссылку я укажу в описании к видосу, ну, для того, чтобы мы не потерялись в этом цифровом мире. Теперь касаемо YouTube. Никаких изменений для тех, у кого все работает отлично, не произойдет. Я также буду заливать видео, делать это через VPN, и для вас ничего не поменяется. Единственное, у меня бахнутся просмотры, но это как бы ожидаемо. Плюс, я завожу два канала. Один на Рутубе, второй в ВК. Ссылки будут в описании. Ну и Бусти. Если у вас есть возможность меня поддержать, там видосы выходят чуть раньше. Плюс я выложил все архивные видосы из прошлой жизни. Ну как бы залетайте, мне будет приятно. Потому что я все-таки уже... Сколько? 6 лет снимаю. И никакой рекламы, никакого говна, скама, казино и прочего дерьма не даю вам. Вот поэтому смотрите с удовольствием. Вчера вечером сидел за компом, пробовал разные бесплатные способы, как обойти блокировку. Но что-то у меня ничего не заработало. В итоге врубил аутлайн и все полетело. Ну как полетело? Тоже, ребят, условно, конечно. Ну и в целом мне сейчас прилетит достаточно много операционки, потому что я снял видос и мне придется заливать его YouTube, Boosty, ВК, Рутуб для того, чтобы удовлетворить своих зрителей. Вот, я надеюсь, что вам все равно приятно думать о том, что мне не пофигу. Ну и, конечно, напишите комментарии, кто из какого города, какие проблемы испытывает. И, пожалуйста, не ставьте мне дизлайки, потому что в этом я не виноват, что у вас что-то может тормозить. Ну и остается что? Покупать VPN. Если чего, я выкладывал ссылку в телеграм-канале на тот VPN, которым пользуюсь сам уже второй год. Если вам интересно, то покупайте. Это вообще не реклама. Просто чтобы помочь людям, которые в этом не понимают, не разбираются и хотят стабильный и классный канал. В принципе, все рассказал, что хотел. Все, друзья, не забывайте подписываться, залетайте. Там ссылочки, все есть. Ну и скоро выложу новый влог.